Здравствуйте, друзья! И вот мы поднялись на самую вершину горы. И цель наша была посетить вот эту вот Троицкую церковь. Именно сейчас мы зайдем туда, а также попьем водички со святого источника. Вот перед вами гора Казбек. Шли мы сюда, наверное, 2,5, может быть, чуть больше часа. Воздух очень чистый, снег белый. И вот знаете, такой тишины мы никогда раньше не слышали. Тут даже птицы не поют, тут вот настоящее место для уединения, поклонения, молитвы. Вот тишина и благодать. И мы рады, что мы все-таки сюда поднялись, хотя это было тяжеловато, холодно. Но все здорово, главное не сдаваться. И сейчас мы пойдем в Троицкую церковь. До новых встреч, друзья!